новое ежемесячное пособие по беременности. Размер его, сразу скажу, в Московской области составит 7493 рубля 50 копеек. Но тоже не все беременные, а отдельные из них, скажем так, будут получать эту выплату. Значит, для того, чтобы ее получить, необходимо следующие три условия, чтобы выполнялись у будущей мамы. Первое – это срок беременности должен составлять более 6 недель. Второе – женщина обязательно должна встать на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности. Потому что сразу скажу, если встанет позже, то эта выплата не положена. И размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточного минимума на дату подачи заявления в данном регионе, то есть в Московской области. Тоже задают много вопросов, сразу скажу, что пособие не зависит от семейного положения. Главное, вот как я говорю, это вовремя встать на учет и чтобы среднедушевой доход не превышал. Сумма пособия 7493,50. Расчет аналогичный тому пособию, который платится, будет выплачиваться с июля малоимущим семьям. То есть, и также оно будет выплачиваться ежемесячно. Документы также рекомендуем подавать через сайт госуслуги, даже не документы, а собственно заявление. А дальше по нашим межведомственным каналам нам поступит информация из Минздрава и из Фонда социального страхования о том, когда она встала на учет, когда она получила родовой сертификат, то, что соцстрах выдает. То есть вся эта информация автоматически придет в пенсионный фонд. Телефоны 177-85, 177-90 и 177-95. Это телефоны нашей Раменской клиентской службы. Идти в пенсионный фонд только в том случае, если она не может подать заявление посредством электронных сервисов. Если у нее это не получается, значит, нужно записаться на время, потому что прием в клиентской службе ведется по предварительной записи, и тогда уже прийти в пенсионный фонд.